Ой, ну мне как бы тяжело говорить, потому что я жена, вот, поэтому, ну, конечно, я могу сказать, что он замечательный человек, замечательный муж, замечательный отец, и как бы я очень счастлива, что меня жизнь связала с таким человеком. Он совершенно был другой человек в спорте, и чем сейчас тренер. Сейчас он более выдержанный, более... Когда он катался в спорте, конечно, когда адреналин, кровь и пульс там заскакивает, то совершенно по-разному воспроизводишь себя, да? Вот когда он сейчас тренер, это, мне кажется, совершенно... Потому что я каталась вместе с ними на одном льду, да, я его знала как спортсмена и знаю как тренера. Поэтому он, честно говоря, абсолютно два совершенно разных человека. А вам какой больше нравится? Мне никакой, мне нравится просто как мой муж.